посмотрел я, как проходят чисто с вот этими пуколками. Плакать хочется вообще. Они, те, кто проходит чисто вот со снайперками, они потеряли половину кайфа. Не половину, они весь кайф потеряли от сражений просто. Они просто шкерятся и стреляют издалека. Целятся, выцеливают головы, блядь, это так скучно. Это просто пиздец. Ребята, блядь, вот как надо нахуй проходить эту игру. С дробовиком, блядь, вы тогда почувствуете всю боль. Ближний бой, вот в этой игре самое то. Потому что с дробовиком, ой, со снайперкой проходить, я посмотрел, блять, это пиздец. Вот они вот издалека всех расстреливают. Но это скучно, блять. Так, конечно, можно делать, никто не запрещает. Но по мне, так это полный отстой. Игра не заточена вообще под снайперский, под снайперку никак. Но она так, она как вспомогательное оружие. Идет. Ну и только. Тут основное это вот карабин, я так считаю, ну, пистолеты и это самое. Вот эта дрянь. А иначе всего харда-то не прочувствуешь в этой игре. Потому что издалека расстреливать, ну, можно, да, но... В общем, мне такой стиль игры совершенно не по душе. Во-первых, это намного... Ну как? Поначалу-то, может быть, оно, конечно, себя оправдывает. Но сейчас вот уже нет. Короче, ладно, я заболтался. Я нашел место, где я еще не был. И оно находится здесь. О-о-о. Я кнопки опять путаю. Что-то задумался. Сколько вас тут, а? Так, надо пробежаться, наверное, да? Посмотреть, может, что есть. Нахуй. А прикиньте, вот этих всех мобов и снайперкой убивать, целиться. Это же пиздец как долго, ёб твою мать. Это просто пиздец как долго. Вот они берут снайперку, и вот они ходят, блядь, вот так вот нахуй. Сейчас скажешь, да ты просто стрелять не умеешь, нихуя из снайперки. Да, блять, да все я умею, ёб твою мать, я просто не хочу этим говном заниматься. Короче, я с критики начал. Ладно, бывает такое. Чего ж тут не поделаешь. Так, че я сюда пришел, на? За каким?
туда что ли идти? А тут что? Тут ничего, наверное, да? Ай, блин! Бордюры кто будет ставить, я? Тихо! Тихо, поцы! Тихо, поцы! Тихо, 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 поцы! Тихо! Ах, вот падлы! Бля, нихуя себе у него пламя. Ну для этого динозавра может быть и... Может быть снайперка-то и ничего. Была бы. Но нет. Ну тут, конечно, упасть как нефиг делать. Ладно, дай-ка я сохранюсь. 29 тысяч. А его надо убивать вообще, нет? Зачем? И где он вообще? Где у него триггер-то? Ты читер, да? Дверь открой, горожанин. Видишь, я пришел. Лошара. Ну, не совсем лошара, конечно. Но чуть-чуть. Ладно. Стреляй! Мыши реально тупит что-то иногда в этой игре. Просто не хочется, не хочется стрелять. Вот это бойня, я понимаю, нахуй. Хуй тут со снайперкой сделаешь, блять. Ты пока их будешь выцеливать. Так, я не понял. Тихо, тихо, тихо. Тихо, пац. Тихо, 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 тихо. Ёп. Твою маму. Это база. Свалили все-таки, пидоры. Ладно, по-честному хотите, давай по-честному. Да ёб твою мать, чё ты за... Он правда какой-то неадекватный иногда. Вот так. По-честному, да, сука? Давай по-честному. Перезаряжайся, ёб! Так, по-честному? Это бойня, я понимаю. А хули там? Так, что мне надо? Мне надо 39, 50 тысяч. 51, да? Пятьдесят одну.
сколько? Все идет. Так, урон, что ли, поднять? Навык уклонения. Стойкость. Где урон-то? Усиление обычного оружия, дайте. Один процент? Вы серьезно? Ну ладно. Блин, специальных компонентов нет. Фармить неохота. Или с клавой что-то, или, блядь, или с игрой что-то, или перс, блядь, тупит. Хер пойми. А, это босс, что ли, уже? Или нет? Ты босс? Да нет, какой ты босс. Ты лох. Я что-то так самоуверенно иду, но мне в любом случае надо территорию разведать сначала. Что, маленький, снайперку потерял? Бедняга, ёб твою мать. Не прицелиться никак теперь. Ё-моё. А чё не 10-то сразу? А всего лишь двое. Блин, зараза, а? Как хитро телепортируются. Ты чё не бьёшь-то, даун? Ёпана рота. Не, ну они молодцы вообще, конечно. Расставляют врагов прям, блядь. Грамотеи сраные. Ударь, 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 блять, ударь, блять, ёб твою мать. Не, никто не спорит, снайперка иногда годится, но не на всю игру. Ну перезаряжайся, что ты сам-то не дотумкал.
ладно. Не видно ни хера этих, понимаешь? В чем дело? Я не знаю, конечно, может уже притомился гамать сегодня. Но я их не видел реально. Говнюки. Лечись! Блять, да ёб твою мать, ну не успевает он, блять, понимаешь? Не успевает он. Я нажал ударить, а ему похуй. Говнюки, 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 говнюки. Цельтесь, цельтесь, блядь. Быстрее, блядь! Чё тупить-то? Где ещё один? Ты ж всё равно, сука, подойдёшь, падла волосатая. Так, ну вы тоже вообще-то вдвоем страшные, наверное, да? Не то чтобы очень страшные, сука, не достает. Да хуй с тобой, золотая рыбка. Лох, лошара. Сдохни, лошара. Ай, блядь, опять эти пидоры. Я опять про них забыл. Блин, зараза.
этот стан-эффект, конечно, блядь, напрягает жутко. Конечно, понимаю, что это... для имбовости, но... напрягать он от этого меньше не стал. Откуда этот Питер стреляет? Ага, вон он. Нормально, блядь. Заебись. Понятно. Заебись, бля. Подохни, падла. Две хилки, да, и босс. Ага. Понятно. Я большой? Блять, я большой и жирный труп. Скорее всего. Знак отличия. А, тут сейф. Ууу, хорошо. Что-то они прям балуют прям, ну. Сейф-поинты прям через каждые 10 метров. Раньше такого не было. Видать, жесткий босяра. Хуя ся. Нахуй. Пидорасы, блядь. Слышь ты, кончились все танцы, ёптать. Это что за водопровод, блядь? Что-то тут как-то темно, что ли, я не пойму. Или нормально. Блин, эта кнопка не та, ёб твою. Да чё ты не дохнешь-то, сука? Пиздец какой-то. Что-то сундуков-то не дают. Ничего не дают вообще. Все оборзели, что ли? Разленились в конце игры. Лень сундучок засунуть. Со вкусностями. Зато записочек понапихали. Ну тут босс, наверное, да, уже? Поэтому и сундучков. Смысл тебе давать сундучки, если ты все равно подохнешь. She's got it, my baby. Ага. Uh-huh.
Оу. А вот и НЛО. Это ты динозавра там бросила? Скотина. Сюда подошла. Блять, какая она плотная. Нахер. Нахер такие танцы. А где же у тебя болевая точка-то? Ну ёб твою мать, еще и здесь, блядь, пропасти понаделали. Ну нахуя, блядь, я же вверх смотрю, ёптать. Так, сейчас. Позвони. Ну, в принципе, мне тут ничего не поможет больше. Поэтому ладно. Смотри, как точно рассчитали, да? То есть я бегу, добегаю, и у меня летят ракеты. И как раз попадают. Суки. Прикинь. Блять, вот специально рассчитали так вот. Зуб даю нахуй. Пацан делал, наверное. Нахуй пошел? Ты будешь бежать? А, вот сейчас, да, это стамины нет. А я вообще туда бегу-то? Я не туда бегу-то. Ой, я дятел. Догорел нахуй. Ладно. Не страшно. Страшно только, что вот микрофон падает постоянно почему-то. Это да. Это действительно страшно. Сюда бежать-то надо. Они. Да, блядь, ты сдохнешь, нет, твою мать. Не пойдет за мной? Оп, твою мать. Падла, ведь как телепортируется-то далеко, а? Не, я просто устал, наверное. Что-то забывать стал про врагов, блядь. Бегу куда-то нахуй, как танк, ёптать.
А в Иммортале так нельзя делать. Очевидно. Да почему ты можешь-то нахуй, а? Минус хилка. Бывает. Да ты чё не прыгаешь-то, блядь? Я же жму. Это просто пизда какая-то, блядь. Он вообще нихуя не делает. Ну, давай, выгуливательница динозавров. Что задумала? Опять меня к краю пропасти тянет, смотри. Специально. И чё ты? А. А, блядь. Она лечится, пока я их пизжу, да? Заебись придумала. А как сбить-то, я? Как сбить-то? Так. Не понял. Чё, сука, ржёшь? Вылечилась? Да и хуй с тобой. Попало всё-таки, да, падла? О! Ты, может, сядешь? Садись, чё ты? Блять. Не то стоит, сори. Блин. Thank you.
как ты умеешь-то, а? Смотри, падла какая. Где она? Почему не лочится? Опять. И что мне делать. Я не понимаю. Не, ну вот я сейчас реально не понимаю. Может быть, специальным оружием надо стрелять? Каким? Ну, в этом трае я покойник. Потому что я не понял, как ее убивать. Холод на нее вообще не действует, нихера. Давай, стреляй, 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 парень. Опять не понял, почему я умер. Я не понял, как ее из лечилки выводить. Может быть, никак. Может быть, надо просто пережить. Лохи, лохи, ай! Отвали! Да! Дай пройти-то, пидор! Не дают, блядь! Не дают, ладно, убивай, хер с тобой. А может быть и нет. РПшки-то, конечно, еще пригодятся. А может и не пригодятся. Нифига себе. Половину только? Ну ладно. Половину тоже хорошо. Блин, учись.
Блять, опять лечится. Ну как ее убивать-то? Барьер непрошибаемый. Откуда ее что питает? Блять, я сейчас опять свалюсь нахуй. В смысле, в пропасть. А, как я вовремя перекатился. Видали? Начинается. Хитрая тварюга. Сразу видно, не наша. Блять, опять лечится, пизда. А, может тут по этой хуйне надо стрелять? Пошел нахер. Вроде нет, не знаю. Ладно, ты лечишься, я полечусь, чё. Ты долго лечиться собралась, Алло. Ха-ха-ха. Смешно ей. Всем так смешно было, как тебе? Ладно, надо успокоиться. Расслабиться. Не, ну ты, блядь, подумай, а. Все равно попадают. Одну хилку да отымут.
Грамотно, конечно, они все сделали. Базара нет. Пустите меня к любимой. Это из-за вас все я знаю. А, две колонны, да? Смотри. Стоят две колонны, наполненные светом. Может, их сейчас надо убить? Нет. Они вроде бы никак. Чёртовой матери. Видишь, я перезаряжаюсь. Это я как-то не успел. Я же успел. Где у нее болевая точка? Может, есть где? Ну-ка. Где у тебя болевая точка? Вот это первая колонна сейчас пошла. А, нет, стоп. Или что происходит? А, ну да, вот она лечится от первой колонны сейчас. Ну, лечись, допустим. Я сейчас она должна погаснуть, по идее, это первая колонна. Ну да, вот она гаснет. А, ну то есть понятно, она два раза лечится. А, не, нифига не два. Она еще, ну, наверное, да, два. Хотя может еще сюда подлетать. Короче, она светом, светом так наполняется, типа, да? Потом такая, йоу! Лазерами своими начинает хренарить. И в этот момент она нифига не лочится. Что самое противное. Ага. Она вот теперь в ту сторону подлетела, видишь? Значит, будет оттуда лечиться еще. Может, и не будет. Хрен его знает. С этими бабами ж ничего не понятно. Как обычно. Короче, тактика, блять, боя. Да. Не успеваю перекатываться. Наверное, надо здесь рысь взять.
Не лечись. Хватит прыгать. Как ты попал? У копейщиков тут жутко кривые хитбоксы. Они визуально никогда не попадают. Хорош там пыльцу сосать, ёб твою мать, бабочка. На 8 гигабайт уже насосало, блядь. Спокойно. Блять, опять эту вертушку свою сраную затеяла. А еще. Я буду вместо нее твоя невеста. Блять, да ты чё, сука, делаешь, а, пидор ёбаный? Ты чё, блять, пола не видишь, что ли? Гандон. Как трудно жить. Блин. И все равно жизнь отнимаю. Хочешь ты этого? Не хочешь? Хочешь — беги, хочешь — не беги, все равно задамажит. Бежать, по-моему, даже профитнее, чем биться с ними. Давай только вот без этого, без всего, ладно? Задело все-таки, а? Королева страусиная. Да ты будешь прыгать или нет, блять? Я же нажимаю, ёб твою мать. Мне что тебе, сука, самому, что ли, выйти на арену, пидор, показать, как биться?
Может быть, так лучше? Со снайперкой даже тут проще. В этот раз. Кажется. Блин, опять одна хилка осталась, твою мать. Ой. Да это не та кнопка, ёпта. Ты, пидор, еще не перезарядился, да? Как обычно. Сюда подошла. Понятно, короче. Соси там. Дальше. Пом-п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 ом. Та-ра-та-та-та-та-дам. Нельзя щитами пользоваться, блять. Вымортали. Нет щитов в нем. Выбрось эту гадость. Так, ладно. Может, куда стрельнуть надо? Да ты, пидор, будешь перезаряжаться, когда я тебе говорю, перезаряжайся, блять, или нет? Неужели нельзя сбить этот каст, а? Очень смешно. Оборжаться можно, да. Блин, надо было стрелять, а я что-то решил побегать. Давай, уходи, 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 у тебя еще есть шанс, парень. Или нету уже. Хрен знает. Блять.
вовремя делай только, вовремя, вовремя, вовремя. Давай, 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 давай. Уже почти. Проститутка. Блять, опять сейчас в пропасть упаду нахер. Блин, нет, нет, нет. Хил не хватает, короче. Надо рычь поставить, ёптать. Я ж хотел. Вот что не хватает. Вместо... вместо вот этого, наверное. Не рысь. Брысь, брысь. Бать. Да как ты промазал-то, ну? Не пойду с той стороны, теперь попробую. На босса надо с правой стороны всегда ходить. Петух жареный, сука. Все равно одну хилку снимаю. Перезаряжайся, блин. А, перезаряженный? Thank you.
Я уже все, низко. Очухалась, что ли? Почему, блядь, не работает прицел, когда она свои лазеры делает? Блять, нет. Ох, это и заебало. Очень смешно. Нате. Ай, глупый босс, блядь. Во, вот как он мог попасть, если он не попал, вообще никак не попал копьем своим. Почему ты, сука, не падаешь, когда я тебя бью, пидор? Иска, давай ты сдохнешь, а я спать пойду. Я не понимаю, зачем, какой в этом смысл тройной хил босса. Ну сделайте тогда его, блядь, тройным, да и все, ёпта. Чё толку-то? Если бы она хотя бы хилилась первый раз, допустим, вот до сих пор, второй раз там до треть здоровья, там, или до половины хотя бы. В этом тогда бы был смысл, а так-то чё? Хорошо еще не ваншотят, а то додумались бы. Блять, я сейчас вообще свалюсь опять. Нате, сучка. Вы видели, видели, как я ее добил? На, вот так вот ей. По жопе. Вот так вот. По Дарксоулски я ее добил просто. Что это такое нахер? Давайте, мегалут, давайте, мегалут. Серебряное копье. Специальное. Крип, да, дали? Спектральный клинок. Все, это все пофиг. Вот, криво дали, да. Криво это, я знаю, где криво. Вроде бы, знаю. Вроде бы. А вроде бы опять забыл. Ладно, народ.
на этом серию закончу, а то уже место уже кончается на диске. Пока.